Здравствуйте, это второй день игры за паладина. Вчера я уже выкладывал видео, но качество звука оставляло желать лучшего. Надеюсь, сегодня все будет по-другому. С вами все тот же Федько, сервер Сумерки Богов, гильдия Эспада. Давайте приступим. Итак, вчера я остановился на том, что мы улетели с острова, вот, и сейчас мы с вами попали в межреальность, и наш квест называется «Долгая дорога домой». Вот, сейчас мы поговорим с Вероникой, и, возможно, она нам что-то на это скажет. Появился квест. Так, поговорить с Вероникой. Давайте поговорим, получим свои почти что 100 золота. О, господи, завершить. Вот и поговорить. Вернемся обратно в Новоград. Наконец-то. Итак, вчера я также пытался немного рассказать о паладине в новом сезоне, ну, соответственно, вы, как и я, из того видео вряд ли что-то поняли, поэтому расскажу еще немножко. Как бы множество характеристик было переделано, как вы можете видеть теперь на каноны у нас надо брать умения, вот, казнь отправили как бы в две ветви. Вот, и так, собственно, о чем это я, да, об умениях, тут заходили соседи. Так вот, получается, теперь, вот, если раньше казнь это была одна ветка, теперь ее, как бы, вот, вы видите, две, она прокачивается, а вот туда, которая раньше была за слезы, теперь тоже берется по обычным умениям, тратит каноны света и так далее. По вехам это вообще полный беспредел, вот, как бы... Касаемо танка паладина, я еще не смотрел, но я думаю, что это будет все-таки как бы световик с упором, вернее не с упором, а с добавкой физики. ДПС цикл тоже наверняка изменился, но вчера я жал просто на все клавиши подряд, лишь бы убить этих мобов. Касаемо характеристик, все характеристики по камням были увеличены в 9 раз, ну вы видите, вот 36 мастерства. Хотя по умолчанию его как бы было у нас 4. Вот. И продолжим мы цепочку квестов. Видите, аж 180 золота мы с вами получаем. Так, Айденус. Завершить новое задание хитрости. Так, чтобы не, я думаю, чтобы не затягивать процесс самой прокачки, давайте зайдем в лавку редкостей. Да, замечательное новое оформление. Можем наблюдать. И что же нам надо? Это у нас рейты. И накупим, ну сколько, ну возьмем мы, понятно, там знаний. Ну что, давайте штук 40. Вот, проюзаем их. Так, проюзаем. На удвоенный опыт там пригодится, я думаю. Того у нас с вами 1 миллион дополнительного опыта. Так, поставим камешек. А камешек у нас какой нужен там? То я вчера заметил, дурочки не было. А, не, был камень. Все замечательно, значит можем продолжать играть. И тебе хитрости дипломатии. Отправляемся. Не знаю, на самом деле, чего ожидать от нового обновления. Вроде как все хорошо и прекрасно, но учитывая то, что это Аллоды, мы знаем, что тут никогда не бывает какого-то постоянства. Вот, о, погодите, надо чемпионскую накидку свою забрать-то. А то тут дали накидку, а я вот с этими квестами так до сих пор ее и не получил.
Пойдем ко мне забирать. Так, давайте посмотрим, что касаемо гильдии изменилось. Так, глупые тролли, ого, 64 уровень. Можно так и купить гильдейскую накидку, да? Ну ладно, получим обычную. Не отдали мне чемпионку. Вот, все равно будем смотреть, что давать будет накидка. Накидка все так же дает могущество и выносливость. Вот так вот. А тут по новой, короче, гильдию качают. Понятно, все, прогресс. Все осталось. Вехи, в принципе, все те же. В этот раз взяли на ускоренную прокачку. Все, отправляемся по квесту хитрости и дипломатии. В лагере свободных торговцев на Реджуне. То есть нас походу будут гонять еще и по всей локации. Бежим, бежим, бежим. Отправляемся какой-то в палатке. Так, дождаться результатов. А я что-то еще и бесплатно делаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Дождаться результатов окончания. Что там переговаривают? Даже мне интересно, как вот эти характеристики будем мы получать. Защитное, атакующее, божественное сопротивление. Наверное, все-таки это будет зависеть от новых вещей в новом сезоне. Вот касаемо барьеров, я так тоже как бы не особо понял. Как бы, потому что умения на выдержку, которая была ранее, нету. Вот мы видим вот аспект защиты, который будет использоваться в танке, и сам танк, наверное, будет, как я уже ранее сказал, это световик с примесью двуручного, ну, физика, с примесью физического урона. Вот, каноны, походу, в новом сезоне придется каноны крутить вместо того, чтобы вместо старых любимых барьеров. Спросить мнение купца. Класс. Заговорили. Алые паруса встретиться. Опять. Вот что-то мы со всеми встречаемся и встречаемся. Где встретиться-то? Так, встретиться с Мияной. Ух ты. Давайте отсюда по-быстренько телепортируемся. Так, это у нас Умуэр Вышгород. Обожаю ПТС, все покупают куча, чего они там покупают, куча рупоров, и в мире начинается вот такой бред. Вот, пойдемте к нашей смеяние. Может, из-за этого подадут? За этого подадут? Не дадут. Жадина. Вот что ж так много проблем? Вот в покое. Тетенька, вы где? Вот вы, тетенька. Принимайте наше задание. Добыть 6. Я чего-то не понимаю, да? Нам за этого не собираются давать этот? Что-то надо еще раз добыть. Ангарни. То не то. Где же она находится? Умоя. Заряженный кристалл отправится. Какие же все-таки новые заставки красивые?
Не находите? Вот Ольм, который ранее не попадался нам. Ого, аж на Хладберг отправила. Как же близко. Давайте подсветочку сделаем. Пусть сорока сейчас все пособирает. Ладно, нам нужны кристаллы. Ну окей. Прости, пожалуйста, я не хотел. Наверное, не хотел. Может, и не хотел. Он меня с мысли сбил, а? А, вот это. Ну, о. Классно. Локации 30 левела. У нас тусуются 65-е мобы. Идеально. Ну да ладно, нам же скучно ждать. Каноны такие, вот смотрите, тут должны быть каноны, вот что-то не получается у меня с ними никак. Барьеры маленькие. А ну, рывок за ним, канон света бьет. Нет, не берет, слава богу. Ну и все, два удара, и мне больше нечем бить. Вот такая классная жизнь. Обычного паладина, ну хорошо, вот так мы сделаем. А, все, я купил, походу. Он сначала вот этой штукой бить. Потом бить этой, потом вот этой. Так. Раз, два. Ушел второй канон, и мы так ударили. Ну, без результата почти. Все. Кто-то, походу, не выдержал давление, его смесило. Ну да ладно, нефиг понтоваться. Шесть кристаллов, все можно отключать. Ну иди сдавай. О, господи, опять не нужно. Невозможно продолжить маршрут. Так, умою в Вышгород. Какая-то нудная цепочка, да? Подай, принеси, как всегда. Где развитие сюжета? Где огромная награда за задание? Как же потом прокачиваться в процессе? Или может потому что это фолианты? А что это за цифры? Уровень экипировки 55 тысяч. Опять скинули все, что ли? Он был 116 у меня. Что закидало, а? Чем выше показатель качества. Класс. Кольцо. Ну, конечно же, оно нам очень поможет. О, награда, ребята. Награда. И снова меня отвлекли. Продолжим. А что? Что там я говорил? А, награда у нас. Теперь все, ребята. Да начнется активный кач. Разобрать на запчасти. Ну, давай, беги. Смотрим, опять выиграет и опять нас какую-то локацию сейчас как отправит подальше отсюда. Да? Я не ошибаюсь? Ну, походу не ошибаюсь. Цель слишком далеко. Вообще вовремя он это сказал, учитывая то, что я никого в таргет не брал. Ну да ладно. Ну, сейчас будем бегать туда-сюда. Асатеп. Класс. Ой, святая земля. Платок Коба. Обожал это платок, когда прокачивался, когда у тебя провалы в квестах более чем в пол уровня. И ты идешь и тупо долмишь мобов. Ну и лично я красных повязок убивал, которые тут рядом были. Они очень быстро резаются. Так, пойдемте, кого-то там разбирать надо. Давайте прыгнем, он же не зря прыгает. Еще 10 лет они за мной бежать будут. А, все, они бегут.
Так, давайте все-таки включу подсветку, я, наверное. О, господи. Ну что ж ты пришел? На. А что-то сканирование. Так. Наружено подходящее. Где-то. О, ребята, у меня каноны начали накапливаться. Ура! Это, похоже, во время только долгого боя они накапливаются. О, нифига себе, каноны накапливаются. Вы это видели? Не, ну вы видели это. Ладно. Все, иди отсюда. Мне не нужен. Так. Механик Тепа. А чё их на запчасти-то разбирать? Они же вроде как живые. Хорошо играть за двуручника. Раз, два, ну ладно, три. Убьем. Надеюсь, это на тебя нафиг. Идемте опять бежать. Ну что? Да что бы его? Ну ладно, отправляемся опять в Вышгород. Телепортируемся. Действительно, это круто. Я очень рад, что они начали накапливаться. Вот, но я как понял, вот эта хрень под названием Печать Пламени снимает по два канона одновременно. Давайте получим наконец-то нашу с вами награду. Это шлем. Да что за днищенская жил отважный капитан? Давайте узнаем, что там за капитан. Жил, да. Жил. Он там жил, интересно. Идем почитаем. Наверняка сейчас кто-то что-то будет тут толкать на ПТС. Ну, в принципе, тут бесконечное количество кристаллов. Ой, класс, поговорите с кем-то. Отправиться куда-то. Пойдемте. Уйти к месту. Ну, хорошо, я тут и... Ну, где? Где тот, куда я должен? Ну, вот я пришел. А, не, я не пришел. Вот этот клубок меня... Вот сейчас я точно должен прийти. О, господи. Да, пожалуйста, вот он.
Класс. А, они типа восстанавливаются в течение определенного времени. А, вот оно как. Допросить. А кого допросить-то? Ну все убежали, что ли? Ну вот, походу опять задание по новой делаем. Головорезы, да? Давайте попробуем еще раз его сделать, что там у нас испытательный полигон класса. Еще раз. Провалено. Спасибо, дорогой. Так, я должен кого-то из них одного допросить, это как? Сейчас. Окей, куда ты? Ну вот что это? Вот как их допросить? Вот как я его должен допросить? Да сюда иди. Но расправиться. Расправляюсь. Да ёпперный театр, что это за бред? Погнали еще раз. Да нет, это бред какой-то, господа. Это что, на офи тоже так придется за ними бегать? Ну я тестирую пока ДД, человек он в хиле сейчас побегает, расскажет свои, опишет свои впечатления. Играет за класс некромант. И пока что человек не в восторге. А ну давайте попробуем. Вот. Сейчас оба. А, его еще не спросить. Вот. Надо понять, как они куда отлетают. Так вот, вот тут. Нифига себе еще. Так. Отойди сюда. Ух, хорошо. Успел. Третья попытка. Вот реально Бог любит троицу. Это серьга, 7000 опыта, но мы чуть-чуть больше получаем. Так, найти лагерь пиратов. Ну, пойдемте в лагерь пиратов. Походу, как всегда. Вот почему-то очень скучно. Вот здесь надо кого-то убить, с кем-то расправиться. Но с другой стороны, в принципе, не так уже плохо. Хоть чем-то можно заняться в свободное время. Идем к пиратам. О! Нас сейчас по всему Юджуну кидать будет. О, это даже в Асатеп. Класс. Ух. Асатеп. Как я по нему соскучился. Как прокачался на 23 уровне, забыл о нем. Особенно, когда тут были раньше массовые такие замесы. Лиги против Империи. Потом это было Плато Коба, а сейчас редко когда встретишь какие-то замесы на царстве стихий. Так в основном бегают, мелких мочат друг друга и все. Так, итого мы бежим. А что мы...
Да, мы бежим. Ох, я в лагере пиратов, кошмар. Ай, ай, бьют, бьют, а, больно. А, не, они кого-то сальтатуна. Что за сальтатун? Смотреть, имперец. А, ну понятно. А, нет, еще тоже чуть короче. Но все же решил переодеться. Этот шмот, ну, возможно, человек давно не играл. Жалко, удара отлучения нет у нас. Могли бы неплохо бы и поразвлечься. Цель слишком далеко. Ну, хорошо, пусть подойдет поближе, и мы поговорим. О, так этих педерастов надо 10 тысяч, второй 10, просто 10. Что-то я загнул, товарищ. Ярость света. Оно. И еще ярость света. И, кстати, надо мне баф урон мини ближнего боя увеличить. А это что у нас? Отомщение. Могучий удар. А он походу активен, когда вот. В салате легче проходить, потому что много характеристик. Я не знаю, как бы это выглядело. Хорошо, дальше что? Спасти Егора. Егорушка, иди сюда. Награда. Меч неизведанного. Кстати, я слышал, они же будут в новом сезоне переделать внешний вид оружия. Давайте все-таки хоть глянем, как оно может выглядеть. А, так, так, так. А, такой меч. Не, я все-таки свой топор из 6 и 0 возьму. То есть в доске застрял. Немного не продумано, но тем не менее. Это имеет место быть. Салют, капитан. Ну, как всегда. Так, опять Вышгород. Опять этот процесс телепорта. А я пока пойду налью себе чай. Итак, налив чай, я прибежал к Смеяне, и сейчас мы ей сдадим еще один квест. Так, отправиться на штурм Дайна опять, а все так хорошо начиналось. Так, меня опять беспокоит по телефону, я вернусь немного позже. Итак, я снова с вами. Ой, куда это, мостик затмения, ух ты, класс. Тут, кстати, неплохо, достаточно, когда не надо убивать эту Смеяну. На самом деле геморный босс был по тактике. Ура. Так, ну идем, что нам делать? А что надо стать наводчиком орудия? Нам сюда, да? Я так понимаю, куда-то сюда. На питом замерзнешься? Конечно же нельзя. Чумен. О чем я вообще думал? Какой вообще бред? А ну выход на палубу, давайте сюда. Ну. Выходим мы на палубу. Стать наводчиком орудия. Ух ты, нифига себе флотилия. А что имперские корабли? А он элегийские. Ну хорошо, давайте попробуем, почему бы и нет. Что-то нам надо. Пушки. Опять пушки. Хорошо, стать. Отбить корабль архитекторов. Корабль. Один корабль архитекторов. Этот? А вот он. На. Ничего себе, я тоже себе такой корабль хочу.
А, так вот еще надо аж туда бежать. Это неграмотно. Стоят пушки. Где этот корабль? Раз. Два. Три. А, вот оно как еще. Ну ладно, пробуем еще раз. Попробуем. Итак, попытка номер два. Давайте мы тогда, ну, с какой-то пушки вот с этой, наверное, начнем. Тяжелая пушка. Броня наша крепкая. Все, встаем. Там где-то он там, вот он. Один выстрел, два. Я чувствую, что сейчас меня опять ваншотит. А нет, может и нет. Давай, 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 давай. Еще пару выстрелов. Ну, пожалуйста, давай. А это все перегретое, да? Ваншот. Ой, все. Будем тогда еще раз пробовать. Ну и попытка третья. Надеюсь, пройду успешно. Начинаем с этой пушки опять же. Бежим туда. О, господи, по два выстрела. Да что это? А, я застрял. Класс. Ну все, попытка просрана. Здравствуют великие баги в текстурах. Ух. Что это они мне говорят? Безвыходное положение. Хотя бы предупреждают. Где корабль? Ну, давайте еще раз. Ну все, ваншот. Не прошла третья попытка успешно. А он у него ФП даже мне тут показывается. Давай уже убивай меня, я воскреснуть хочу. И четвертая попытка. Класс. Я тебя хоть попал, не попал, отлично. Еще тут два можно выстрелить. Пушки сделать. Пушка перегрелась. Бежим, 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 бежим. Что-то вот это веселье, смотрите, бегаешь, стреляешь из пушек. Но вот эта хрень тебя ваншотит. Что может быть прекрасней? Вот реально, что может быть прекрасней? Пожалуйста, мне нужно два выстрела. Раз. Давай, давай, последний. Нет, не последний. Ладно, я вернусь к вам после того, как сделаю все-таки это задание. Итак, я почти потопил эту хрень. Давайте мы ее все-таки добьем. О, господи. Я сейчас прору, если не добью. Нет, должен. Ура! Все, подбить корабль выполнено. Ура, я имба, вы видели, да? Да-да-да-да. Такс. Так, что это может значить? Наверное, он на другом сервере. Или на другом аккаунте. Или же скопирован. Так, или скопирован. Ладно, пойдемте сдадим наконец это задание. И продолжим дальше. Узнавать, что нас ожидает. Я просто посмотрю, как это будет во время глобального обновления.
Нашел опыта очень мало, действительно дают. На палубе уничтожить десант. 8000 опыта и почти 200 голды. Ну вот, тогда снова надо скопировать. Так, надо куда-то пойти и кого-то убить, да? Ну и естественно, так оно и есть. Стоп, а где у нас прыжковое устройство? Кто-то знает? Кто-то знает, а где у нас прыжковое устройство? Автобега нету. Класс. Ну, начнем обратно. Так, и меня снова отвлекают телефоном. Сейчас я вернусь к вам. Вот что за люди, не дадут спокойно поиграть? Понятия не имею, где это прыжковое устройство. Ну вот серьезно, ну бей. Ага, вот оно. Надо было сразу карту открыть. Значит, идем на палубу. Возьмем скорпион на этого и побежали. Как же я его сразу не заметил? Может, потому что его раньше тут не было? Такой многофункциональный крейсер. Пойдемте. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Десант. На корабле лиги. Ну давайте все бьем, бьем, убиваем. Так. Выбрать не вот туда. Четыре, один, пятый, 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 иди сюда. Хорошо, вернуться. Пойдут на соседний корабль. Ну идемте. Попрыгаем. Где-то еще один прячется, а вот подальше убежал. Ну хорошо, ладно, давайте. Все, убили, убили. Так, и вернуться. Это что, был весь десант, куча кораблей? А, ну в принципе он же только тут их корабль летел. Поэтому, возможно, такое развитие сюжета и получилось. Так, вы получили 800 опыта, за следующий уровень 200 тысяч еще. 200 тысяч, 200 тысяч. Так, бежим. А, также отдельный привет хотелось бы передать Барден Логину, гильдии Спада. Димон. Будем надеяться, что скоро ты тоже скопируешь перса сюда. И будем сидеть с тобой вдвоем задротить. И Экзорцисту. Гильдия СМЕШ, ну если его не кикнули. Вот, но тем не менее, Экс, я тоже о тебе помню. А теперь мы спускаемся на десантную палубу. Ух! Накал страстей! Здесь я ж туда пошел, да? Я ж туда. Да, да. И что мне тут делать? Десантный шлюп.
давайте попробуем сесть на него. Подбежать из этого, нажать шариком сюда. Ну да. Ух ты, я плыву. Что это за десантный шлюп? Пойдем лица ломать сейчас. Сколько самоцветов? Надо их поперекладывать. Лама столько. Отусневшие крупицы реальгара. Ух ты, прикольно он отображается. Ну, вендор подгружаю, ладно. Обидно немножко. Вот смотрите, как-то все уныло и печально. Ну, посмотрите, ну реально печально. Какая-то разруха, проваливающиеся в текстуры, непонятные архитекторы. Откуда-то взял. Ну ладно, будем ломать лица, а сейчас посмотрим за этим роликом, который вообще без озвучки идет. Почему-то. Вообще, минус один. Прям такая неприступная крепость, какие-то колья. На свалку больше похоже. Ну вот реально, ну согласитесь, ну свалка свалкой. Вот добраться до берега, прям знаете, сейчас такой будет расклад. Убийца. Так. Найти братьев. Я нашел поисковик Google найти братьев. Сейчас задание еще. Ульрих. Да зеньки вы. Да зеньки выклопать. Помочь еще. Конечно же нам недоступен. Давайте сзади подойдем, так зеньки ему выклупаем. Убивать. Но если даже и не надо, то мне все равно скучно. Так, смотрим, что у нас дальше. Рывок еще в откате, к сожалению. А сейчас до второго брата того гляди и добегу. Иди квест, там второй брат сидит. Ну, как это мило, он сам на меня сажился. Канонов нету, вот да ладно, это лода здесь возможно все, просто не могу понять. Ого, сколько глядел, сейчас мы пошутим, все проходим. Хочешь со мной подраться, ну иди сюда. Ну вот только не надо говорить, что зависло. Вот так все. Цель слишком далеко. Хорошо.
кстати, я слышал, у нас же ДО должны были убрать, а? Да, и убрали и все просто. Никакой компенсации. Мило. Действительно мило. То есть, по сути, человек, допустим, ходил все это время в рейды, набивал себе ДО, и в один момент его просто взяли и убрали. Класс. На помощь. Каменный мешок. Кстати, палы теперь с парниками будут же бегать, да? Так, сверху ничего. А вот что-то надо. Доски надо собрать эти. Сколько там их надо? Доски. Трофеев не обнаружено. Еще не каждая доска подойдет. Ну что ж тебе не сидится на месте, а? Молотильщик. Ой, сумку засрал говном всяким, а? Цель слишком далеко. Ладно, давайте освободим немножко сумку, потому что тут действительно как-то много всякого хлама собралось. Так, начать обмен ценностей. Ого, что у нас тут есть, новые монеты. 12 тысяч, совершенная пыльца. Ой, ребята, будет весело. Почему? А, это можно только выкинуть, да? Нет, только выкинуть. И вот это, знаете, жизнь боль. Ну, во всяком случае, я гляну. Так, включим подсветку и продаем весь ненужный нам хлам. Отсортируем. Ну, ладно, реальгар не нужен. Господи, сколько всякого понапало. Лапушки, реаликары. Это типа новые шмотки. Ладно, вот так уже как-то можно. То можно будет, конечно, побаловаться, сделать ладовую сумку, тем более, что тут халявная. Вот, но сейчас мы идем на помощь брату. Нам же нефиг делать. Идем на помощь брату. О, смотрите, а тут уже запомнилось. Два канала появилось. Значит, как бы, какие игроки все-таки играют, тестируют. Награда получим. Парные головы. А ну давайте попробуем парник видеть. Просто интересно. Что там у нас парники, как бы. А, ну так себе. Не наилучшим образом. Вот, ладно, возвращаемся в ключ. Все, помог я этим братьям. Кому я там помог? Одному помог, второму помог. Пойдем сейчас давать задание. Что-то мне подскажет, что сейчас будет весело. А может и нет. Немного плоховато без аддонов играть. Вот. Так, помочь Ульфуру. И беги в любое место. О, на питомца можно садиться, это радует. Господи, ну вот реально свалка, просто какая-то свалка. Обломки кораблей, непонятные мобы, которые бродят, пытаются тебя докопаться.
клубах дыма. Что надо? Класс. Что надо? Что за клубы дыма? Что за... Мне все больше и больше нравится новая сюжетная цепочка. И учтите это, я уверен, далеко не все хорошо под фолиантами бегаю. Вот бы они так на офи по кристаллу стоили. Прокачался. И жизнь прекрасна. Отстаньте, я в депре. Так. Используемый взгляд забрасывать к подножию укрепления, забрасывая в него и уничтожить архитектора, обстреливающих побережье. Мне дадут щит. Одноручный щит. Надеюсь, там сюда вообще идти. Да, наверное, надо идти. Ладно, они бесконечные. Сейчас мы придем. Надо что-то добраться. Жизнь, боль. Вот видите, мне угрожает, что на мне будут учиться хилить. Шурику, чтобы он не мешал. На, все, иди отсюда, противный. Иди, противный. Так. Так, и убили. Поднимаемся наверх. Здесь я правильно иду вообще. Че, сталкер? Эй, а куда? Что? Зачем? Почему? Как много дыма? Ребята, не против сочинку себе? Так, ну как всегда, я по традиции умер, выполняя это задание первый раз или второй. Ну ладно, суть я понял, куда бежать я тоже в принципе понял. Давайте попробуем пройти сейчас вместе. На самом деле такая упоротая цепочка квеста, вот серьезная. Так, опять бежим под этот квест. Бах, дыма. Все, давайте попробуем. Чтобы идти, в принципе. Ну, ёшка. Ёшка-матрёшка. Надо было кидать. Ладно, сейчас воскресну, и все будет нормально. Пойду в рейды, кроме ПТ, ГД. Элитная. В МГ, походу, хочет. Давайте пробуем еще раз. Да, кстати, к нам присоединился некромант Хьялма, Валерия гильдия Львиное Сердце, сервер Сумерки Богов, и, надеюсь, моя будущая жена в игре. Вообще, мне как-то с ними особо не везет. Итак, выполнил я тот квест, который был у нас. Забраться, подать ракету,
это весь бред, ладно, сейчас надо попросить, чтобы поменяли ценности, ибо я не хочу по 100 раз клацать. Так, ценности, близ. Итак, будем развлекаться, это у нас топот бешеный фантея. Мы, я подал сигнал десанту, и он такой, пора бы прийти. Слава яйцам, а сам задание, да ничего не провалено, дядька, все, гуляй. Держаться до последнего. Все, держаться до последнего. Против кого? Да вот, это что, проблема. Давайте продержимся. Мочи, мочи, козла. Мочи, козла. Так, а еще один, ну иди сюда. Так, типа это проблема. А нет. Ах, где каноны? Каноны давай. Даешь каноны. Так, давайте по области ставим ловушку. Давай, дай мне канонов, тварь, паскуда, мразь. Держаться до последнего. Еще 40 секунд осталось, да? Неужто? Так, это прекрасно. Потому что осталось 40 секунд. А у нас какие-то, походу, новые классовые способности появились. Или переделанные, но это вроде классовое. Да. Так, 10 стаков держим. О, смотрите, как решка набивается. Никак не набивается. Сколько у меня, 65%, и то еле-еле. Иди сюда. Мобы какие-то стеснительные вообще, не подходят, стоят издалека. Давайте. Прикроем лавочку. Все, вы... отлично. Ого, толпа какая. Прайдены, конницы. Где они вот так одевались? Пускай сходит к нормальному модельеру, а? Ну шо это, ну шо это? Орк в каске. Чем-то немца напоминает. Во времена мировой. Завершить. Уничтожить архитекторов. Какого-то хекета найти надо. 8000 опыта из этого получим. О, смотрите, это прям как пати наемников. Вот, ну вот серьезно. Вот посмотрите. А ну, они сядут? А, нет. Просто быстрее. Слишком близко. Сколько этих петухов надо вольнуть? Цель слишком. Так, 10 этих надо. Юзан умел турна барьера. Это каноны. Привычка. Просто тупая привычка. А где еще тут надо? 5 штук. Цель слишком далеко. Иди сюда, дорогой, не надо меня стесняться. Я просто тебе поломаю лицо. Так. Семь из 10. Не, ну на самом деле реально дичь какая-то. Пришли архитекторы, захватили мир, и все, давайте будем бояться. Цель слишком. Ну хорошо, далеко. Мы пока того, что поближе будет. Сейчас нахрен АДС. Все, и еще один разряд. Это что, увеличивает на 7 урон? Прикольно, мне нравится. О, трубку сдавать квест, прикольно. Уничтожить архитектора. Войти в искажение, изменить время. Вы готовы менять время вместе со мной? Пойдемте его менять. Пых огненных, пых. Войти в искажение. Видео какое-то. Шевелись, падай, пока те твари
Не, ну чё ты, командир? Мы же не железные. Ох, как тролль по черепу огрел. А это смешно. Открутить боеготовность. Все-таки кого-то сейчас пойдем убивать, да? Ух ты, класс. Люблю убивать. А ну, конечно же, все делается, понятно. О, архитектор-пехотинец. Ого, я могу этими придурками что управлять? А, еще кто-то за ними... Ими еще управлять надо, капец. Сюда прилетела. Мы давайте похилимся, пока они там переса будут. Больно все-таки всекает. Особенно когда... Давайте возьмем хрень, наверное, чтобы откатывать барьеры. Посмотрим, когда будет выглядеть. Как удобно. Вот эта тема Святая Земля реально просто тащит. Реально. Надо будет вот эту тебе попробовать. Ярость света. По области так. Кстати, можно будет применять в танке билде. Ну а тем временем мы прёмся навстречу приключениям. Тем более с такой командой, смотрите, какие они лютые, ух! Лютые гоблины, мне аж страшно. Давайте попробуем вот это. И где урон огнем? Обидно, чё. Давайте возьмем хрень, которая катает барьеры, чтобы посмотреть хотя бы на единичку идущую. А, она тут. Ну ведрем батон. Вот где на секунду их поставить нельзя. Видно, куда-то они. Давай. Надеюсь. О, сейчас ворота бабахнут. Мне кажется, меня сейчас оттуда сделают. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сюда идем. Надеюсь, гоблины там сами разберутся. Защищать еще. Это плохо, это очень печально. Мне надо этих придурков еще минуту защищать. Еще не добили? О господи. Что там добивать? Так, сейчас будет тот скилл, который дамаг увеличит. Давай, давай, на. Давайте 30 секунд. Держите, чуваки. Держись! Не в шагу назад! Давай, ты можешь! 18 секунд осталось! Меня мочит толпа каких-то непонятных пехотинцев. А вы мне, как всегда, весело.
Да что ж вы к этим гоблинам прикопались? Где мамку твою шатру? Гоблинов убьет, а? Мои гоблины. На, вот баба. Ну какое интересное развитие сюжета. Кстати, вернемся к теме жен. Вот мне что-то с ними реально в этой игре не везет. То в слаг одна свалит, то еще что-то. О, видели, какой опасный? Все, я 66 уровень. Мама бы меня похвалила за это. Пронзая вражеские ряды. О, тут еще умения дают. Серьезно? Ой, все. Спасибо. Еще раз хочу передать отдельный привет Хьяльме. Вот. А мы тем временем попробуем как-то забраться наверх. А вот она, мы же ворота тут бабахали. В прошлом. Да, видели, я какаха. Вот сейчас оскорбляют при всех. Что за жизнь пошла? Запустить 5 гиперлингов на воздушных шарах. Класс, зачем так над животными издеваться? Где вы там гиберы? Где вас там запускать? Ой, а какой город так красивый? Смотрите, какой вид. Уберись. Так вот, смотрите, какой вид. Просто идеально. Такс. Гиберлинги на воздушных шарах. Идите воздушные шары. Окрестности берегового. Конечно, у нас нет автобега. Класс. Идеально. Дети гиперлинги, да. Вот, вот эту хрень надо. Хорошо, давайте. Летите, кольные птицы. Запустить второй воздушный шар. Собственно, чем я вообще по жизни занимаюсь? Я, короче, типа студент, вот сейчас сижу в общажке играю. Вот. Мама уроки не проверяет, можно и поиграть. Вот. Завтра у нас выходной, так что вообще можно не париться и зависать. Так, поддержка во второй. Класс, там. Вот. Так что можно сидеть и тестировать до скончания века. Пока одно место нет. Еще у нас будет. Давайте поможем. Вот этот мажор убьет. Опа. Так, побежали. Последний шарик запускать. Не, реально какая-то упоротая цепочка квестов на самом деле. Я думал, как-то поярче будет. А тут мало того, что с первого раза я вот, ну лично я вот не смог пройти. Ну вот некоторые квесты как-то даже не особо и хочется потом их повторять. Это ставка, ну возьмем квест. Так, спросить Арчиху. Еще раз не полит. Земляков освобождено. Цель слишком далеко. Так, чтобы она у меня мобов не воровала, давайте возьмем ее в группу. Что за баф? Замедление. Еще бред какой-то собрать. Любое. Так, ну ладно, собираем. Земляное масло. Уф, возвращаемся обратно в этот бред. Так, клёш. Thank you.
Нет, это действительно истинный бред. Но все-таки тот город был красив, согласитесь, такой пейзажный вид. Хоть на стену вешать. Вот сейчас скрин сделаю, распечатаю и повешу себе над кроватью. О, классно, меня всех убивают, мне нравится. Почему бы и нет? Хорошо быть некромантом, да? Набрал толпу, снес ее и все. И масло, все. Погнали обратно. А, ну да. Хрен тебе нарыло. Погнали обратно. Благо хоть на маунтах можно ездить, а то вообще было бы как-то печально на самом деле. Ой, как все, я хочу туда, хочу. Так, да не взлетит. Лишенные души. Так, лишенные души этаж кидает наверх. На самом деле в этом сезоне хотел обратно вернуться на лучника, который проиграл до этого 3 года. Паладин я играю сравнительно недавно, но около полугода. Вот. Секунд трек побел отдался. Давайте накроем эту тварь. На, смотри. Такс. Что-то зачистить надо, ну пойдемте. Вот, чем дальше в лес, тем больше дров. А вот, а мне кажется, что нехорошо. Это барс, давайте его смотрим. Смотреть. Такое. Наверное, бросил игру. Когда был камень. Для всего цель слишком далеко. Вот так вблизи ему. Так бы вблизи только может навалять. Взял бы топор, швырнул в голову. И все. Нет, надо подойти поближе ему. Цель слишком далеко. Ого, видели как мило? Ради меня взяли этот рез в ДД. Очень приятно, реально. Прям до глубины души приятно. Я сейчас сижу и чувствую то, что мне нравится. Да, сегодня, кстати, проводится розыгрыш молнии. Надеюсь, мне повезет. Хотя, ладно, чё я? Чё я надеюсь? Это жуткий рандом. Вот. А мне жалко, сколько там? 3-4 тысячи. Вот. Как-то, я думаю, оно того не стоит. Тем более, что я слышал, в новом сезоне можно купить вот за реферальские вот эти фигни, которые билеты. Можно будет купить себе душу дворца и еще там что-то. Быстро. Нет, не быстролет, а мираж. Что нам еще надо? Найти первое и второе укрытие.
Вот, блин, даже не катает. Так, укрытие, укрытие. Ладно, делаем подсветочку. Что-то нет, да? Нет, или есть. Или под воду заглянем. Так, под водой как всегда не щупал. А, это укрытие, класс. Я все-таки надеюсь, что на офи, когда это все запустит, это будет гораздо быстрее идти процесс прокачки. В прошлый раз, когда запустили обновление глобальное на официальном сервере, то я прокачался приблизительно часа за два. Причем, в принципе, без каких-то затрат и усилий. Вот, ничего не покупая. У некроманта печаль, она никого кроме своей группы хилить не могёт. Ну что поделать. Ну и правильно, а то знаете, пойдешь на арену смерти, кинул каких-то нубасов в твою пати, да? Вот, и, а тебя прохиливает другой хил. Hello, я учусь. Вот так вот. Ого, все, ничего все, себе у нас... Нифига себе у нас тут дядя. Как далеко? Ну вот он. А, привлек я его. Его на мост надо заманить, ух ты. А почему щитолом, собственно? Ну, заманил. И юзаем эту хрень. Все, а теперь можно бить его. Давайте вынесем его. Так, все, всех тут я повалил этого щитолома, пришлось остановить время на видео, потому что у меня очень веселые соседи. А теперь давайте попробуем разобраться, куда там переться надо. За залпом залп, господи. Когда это все закончится? Почему я такой имба? Ладно, отвечу очень скромно. Так, вот, почти. Так. Я пишу. Залпом залп. Работки. Еще заданием. Опять Федор. Да сколько можно Федоров умирать? Вчера один человек пушка был Федор, сегодня какой-то Ложкин. Цель слишком. Как жить вообще можно? Вот как вы думаете, как можно жить с пушкой вместо головы? Вот серьезно, у вас есть какие-то идеи? Вот чисто вот так, если прикинуть. Это ж не есть, не пить, ничего. Вот, не есть, не пить. Только ходи и заряжайся. Он, наверное, себе подключает вилку вечером и все. И пошел заряжаться на ночь. Какой переносной аккумулятор. Коля Николай, не вышли. Так. Бдительное око. Так. Так, теперь будем сундули собирать. Капец. Как же это надоело уже. Быстрее бы закончилось. Колян, купи мне сигарет, а? Давай. Бабки на счету, женщины идут, блядь. Бабки на счету идет бабы, блядь. Ладно, продолжим. Это было лирическое отступление. Ты что же, Колян, купи сигарет. Купи, продадут. Ага, продадут. Я просто взял. Блин, мне сейчас 10 бабки осталось просто будет. Так, а мы тем временем собираем ящики с припасами. Увлекательное занятие, не правда ли, да? Вообще. Так. Тут у Нардея побежал, да? Мне показалось. Ладно, потом рассмотрю. Да, ящик. Все, последний ящик и сдаем квест. Есть же, что последний. Пожалуйста. Я не хочу больше собирать ящики.
Тем временем наш некромант подошел. К сожалению, он не захотел поучаствовать в съемке. Вот так, клочки за закоулочками. Опять что-то собирать. Так, что за ратник? Что за ратник? А Наталья. Наталья. Это вот этот ник. Ну, в принципе, да. Подошли к этому с фантазией. Так, мне поскольку лень все искать, я включу подсветку. Так, что это? Слишком далеко, я рад. А что это оно за прилавком сидит? Так, поднять. Хорошо, найду я ее супруга. А, это ты тут меня пытаешься пинать туда. Такс. Обрушишься обсадняк. Особняк, обсадняк. Обрушившийся особняк. Прикольно. Так, что тут? Так, закоулка какую-то дичь надо найти. Найдено выживших 4. А еще и выживших надо найти. Вот зачем они нужны? Так, куча обломков. Ищем выживших. Все, отойди. Пожалуйста, все, ушел. Давайте ищем. Кто найдет, тому $5 скину на счет. Вот реально. Если я не найду раньше. Как успехи? Находите? Нифига, что-то не находятся они. Долго там убивают этого архитектора. Так, понятно, ничего, в принципе. Ладно, идем смотреть, что там дальше. О, тут телефон какой-то будет. Уже интересно. Ну почему? Я думал, не перепрыгнет, знаете. Но в принципе, я, как и многие игроки, не перестаю ждать от лодов чего-то вот хорошего, чтобы взялось, колыхнуло это. Куда меня так засосало? Что такое? Что? Я не по делам. Но. В этот сожженный лагерь. Чувствуете, да? Тяжелое зрелище. И ради вот этого видео стоило брать куда-то его отправлять, ради того, чтобы я на это посмотрел. Ну, я посмотрел, хорошо. Какой-то архитектор преобразователь. Если его преобразуют, короче, в массу. Биомассу. Бездушного давайте снесем. Зато он бездушный, ему терять нечего. В принципе-то. Найти обручальное кольцо. Так, что-то я там нашел. А, да, там же я кому-то помогал. Я ж типа хороший тут парень. Господи, ну где эти выжившие? Ну почему нельзя бегать, а? Почему здесь нет автобега? Да бегай только, смотри, ищи. Там же собачка какая-то. А вот камни. Оп, кто это? Вот это такой. Дико. Вали отсюда. Вали, противный, какая добрый. И вот сейчас, вот так всегда, знаете, вот блоки у ворот. Вот, кстати, так всегда. Вот ты как бы найдешь 3 из 4, 9 из 10, там 4 из 5 и так далее. Но 10, 9, там 10, 5, 7. Тебе еще 10 лет искать. Итак, осталось найти последнего фрика. Ой, некромант наш вернулся. Так, наш некромант вернулся. Я тоже снова в деле после того, как сходил, покурил. Вот давайте найдем последнего выжившего, сдадим задание этой тетке. Так, погодите. Может, это она и есть выжившая. Хотя. Надо завершить. Все.
испуганная Рита. Задание выполнено. Где тут выживший? Выживший, ты где? Отзовись. А вон он в кустах сидит. Отправит ее в порт. Все, пойдемте обратно. Вот он, выход заветный. Ну, действительно, они все по углам сидят. Высовывались. Так, слегка. Так, даем квест. Добыть 15 пригоршней. Ну что ж с вами сделаешь, а? Так, как крысы, ладно, пойдемте искать эти пригоршни. Цель слишком далеко. Да, да что далеко, вот я рядом. Обломки, осколки, обломки. Класс. Давайте подскажем, что часть у них справа, часть слева. Цель слишком далеко. Поможем. Цель слишком далеко. Да как она далеко, я вот перед ней стою. Вообще офигел, вот боже. Цель слишком далеко. Так, 11 обломков есть, осталось еще немного. Цель слишком далеко. Цель слишком далеко. Так, все. Давайте добьем этого архитектора преобразователя. А, их тут несколько еще. И все на одного. Вот где справедливость? Так, и снова меня отвлекают от дела звонком. Продолжаем этот бессмысленный летсплей, но тем не менее он имеет место быть. Идем сдавать этот квест. Что на порошок какой-то, господи. Не, ну обязательно надо Сайрис. Вот ты просто такой бежишь себе на драконе переростки по городу. И тебе обязательно какая-то механическая фигня должна Сайриса. Ну, с другой стороны, было бы скучно. Прикиньте, идете, вас никто не трогает. И вы такой, ой, Депра, жизнь, боль, я один. И кому не нужен, а так хоть вот мобы тебя пинают иногда. Заберем этот плащ. Когда уже я отсюда свалю? Я хочу отсюда свалю. Хочу свалить. Найти стражей. Это опять город, да, пилец? По-любому. Отлично, мы пошли, почти, вернее, дошли. Удобно, потому что она бьет мобов, у нее падает опыт. Так. Ответить вам еще куда-то подойти. А, ну, фиг с вами. Знаете, все же мне не хватает канонов. Вот действительно не хватает. Может, что-то я не так сделал. Надо будет потом перепроверить билд. Там, в принципе, не сильно он отличается.
Хотя, наверное, в ДТ не надо было брать вот эти вехи на выносливость. Жизни так хватает за счет дамага. Слишком долго меня не держат. Так, у нашего некроманта проблемы, надо пойти помочь, похоже. Пойдемте поможем. Я иду к тебе. Ой-ой-ой, как все плохо. Давайте я ее подыму. Подыму, так. У меня ж дар танцесса остался, я надеюсь. Серьезно, тут. Хорошо, цель слишком далеко, согласен. Вот сейчас реально далеко было. Далече так. Цель слишком далеко. Убейте эту фритурку уже кто-то. Так, а Тартенсеса где? Шо, убрали? Не, ну ребята, так нельзя. А нет, вон он. Ого, как у него быстро, как она быстро поднимает, наконец-то. И откат. Откат минута. А, наверное, это просто ПТС, поэтому он так все быстро делает. Ладно, тем не менее, идем дальше и убивать этих придурков. Все-таки красивый у него анимация топоров, как наша. Вот просто по фэншую на сверху так накрыл. Прям тащусь. Так. Дробитель, вот это название. Так, дробитель. Слишком далеко. Ненавижу этот. Вот эти постоянно могут бить. Ладно. Еще и клубок тут не работает. Может, на офе хоть будет. Я искренне, вернее, на это надеюсь. Идемте, зададим квест, получим портал. И все. На этом. Или что? Уничтожить 7 архитекторов, преобразователей. Где эти преобразователи? Пойдемте их искать. Вы видели, я буду походу богатым. Вот по 100, по 200 голд за квест, это вполне неплохо. 5 квестов можно купить себе мир, потому что ты вайпаешься из-за того, что эти квесты тупые, с первого раза не проходятся. Это же лоды, тут по-другому не может быть. На, сдохну, все. Догоняем, пинаем. И вот так вот. Все. Так, еще надо 4 где-то преобразователя найти. Дети, дети. Еще один. Ну хорошо, что цель слишком далеко, я рад. На самом деле, впервые включил эти голосовые подсказки, но хотя я себе просто знаю, что за бред. И вот знаете, вот прошло энное количество времени, пока я снимаю это видео, и они порядком меня так подзадолбали. Потому что одно и то же он постоянно говорит. Еще смешно было, когда, знаете, на БГ пошел, ну, 6-0. И у меня не хватает энергии. Еще таким голосом. Типа, дай мне энергии. Так, преобразователь. Последний преобразователь у меня остался. Вот где он? Где он? Скажите, как мне его найти? Так, вот он ошибало.
откуда они так и берутся, мать? Я надеюсь, что потом не будет. Так. Так, преобразователь. Ты где? Сюда. То же самое задание. $5 к тому, кто найдет раньше меня преобразователя. Бежим, бежи. Так, отвидеть номерки богов. Ну, это гильдия, это сервер. Вот он, все, мне. Придется $5 себе оставить. Вам не повезло. Ура! Я убил этого козла. Сколько еще могу придется зарезать? Это просто интересно. Так, добраться до корабельной батареи. А сегодня обычный квест тоже. Ломать кристалл, потому что лишний опыт нам сейчас не помешает. По одной простой причине, что хочется побыстрее закончить эту мутатинь и уже перейти непосредственно к тестированию самого класса. В качестве ПВЕ, ПВП, сидеть часами ломать голову над билдами. Все равно мамка не видит, пока я тут играю. Там тогда домой приеду, накажет. Так. Где тут надо взломать этот кристалл? Взломать кристалл, взломать кристалл. И ничего нигде не взломаешь. Не дали кристалл? Что тут вообще надо? Что это? А, эльфийский хрусталь. Да не, ну нафиг. Поняли, не искать, все-таки давайте будем придерживаться основной цепочки. Так, и нам пробраться надо аж вот сюда. С этой стороны, интересно, есть проход, нет? Конечно же, нет. Фонарики. А, наверное, поставил вот этих банков лежит. Ну да ладно, мне некогда его искать. Что-то там все загорело вроде как, там не пройти. Не, вот проход какой-то есть, и выход там наверняка тоже должен быть. Вот он, выход. Что-то мне написано пробиться, пробраться. Господи. Да, не хватает бафоноса мне очень сильно. Так бы я уже не парился с поиском мобов и прочей нечисти, которые тут надо валить. Но тем не менее приходится играть с тем, что есть, а именно ни с чем. Ну, в принципе, когда-то я так и начинал. Кстати, для меня слово Доны прям какая-то диковинка была. А сейчас без них по большинству как слепой. Так, получай. Слушай, он с вами получай. Какой злой прайден, а? Как он такой у меня получился? Так, все-таки. А вот бревна переростка, класс. Вот без них, походу, вот никак. Вот детей обязательно встретится вот это бревно. Начиная, по-моему, если... Я не ошибаюсь, это была тенебра, когда пришлось какое-то дерево переросток мочить. И заканчивая максимальной локацией. И какого разнообразия? Нет. Их не читаю. Мне бы побыстрее. Ну конечно. Так. Где-то квест можно дать. О, вот, вот, как будто можно дать задание. И мы получаем наши аж 60 золота, господа. 60 золота. Можно идти всю лавку редкости закупать. Вот от орудий и с помощью игрососа попытаться вытянуть из бездушных.
Вот и на какой черт это мне сдалось? Ну, немного я хочу в эту астру. Гаврилю. Какая бездушная. Вот бы так со всеми было так. Отбежал. Отлично. Свистнул искру. Знаете, это там какая-то миссия невыполнима, так и за углами бегаешь, и еще удочки такой эпичной не хватает. Но этот сюда решил заглянуть к нам на вечеринку. Давайте расскажем ему что-то. Плавание сагрить. Но я не думаю, что будет как-то слишком больно или что-то в этом роде, но... Не хочется мне лишний раз марать руки. Так, получаем опыт с помощью моего любимого некроманта. И далее продолжаем высасывать искры. Ну зачем ты пришел, а? Все ж так хорошо начиналось. Мне до уровня еще... 45%. И я так не дал ничего сделать. Можно таким быть. Я так и не понял логики. Это получается... Это получается некая дичь. Вот. Которую... То есть... Придется впоследствии расхлебывать. Уже которого бездушного я притянул к себе. Вот нет, чтобы по-быстрому все сделать. Приходится бегать, бить их. Вот. И еще надо мана-проводы какие-то разрушить. Попробуем их найти. Потому что по-другому никак. Вот, конечно же, нам не дают автобег и... Я уже неоднократно это говорил, потому что меня это очень сильно бесит. Надеюсь, хоть на офе оно будет нормально. Посмотрели, посмотрим по карте. Ну, пусть попытается догнать. Временные зависания, которые тоже имеют место быть в этой игре. Не, все-таки догнал, смотрите. Бездушный. Как-то вот назвали бездушный. Вот, тем временем мы пока что ищем манопроводы. Вот. Постараемся. А, вот они, стоило включить подсветку, и как все стало замечательно в один момент. Давайте по шурику разрушим эти манопроводы. Раз. Два. Разрушим третий. И я думаю, что может даже свалим отсюда. Потому что я устал. Так, все. Под инвизом уходим. И будем сдавать задание. Возвращаемся назад. Туда. Вот не понимаю, зачем вот это гонять туда-сюда, туда-сюда. Вот, пойдем сейчас дадим квест. Вот получим свои аж 200 золота. Вы видели? 200 золота. И в погонях. И безвольные. Так. Экипировка до сих пор остается не актуальной. Пойдем обратно. Что уж делать? Разрушить волю. До этого искры у них свистнут. Теперь разрушить волю. Интересно, что курили разрабы, когда это все делали? Вот просто интересно. Вот на минуточку.
попробуем. Ну нифига. Пробуем, пробуем. Опа, притянули. Ну, чувак, тебе не повезло. Прости, пожалуйста. Я вообще за хлебом вышел. Да, кстати говоря о хлебе. Надо бы сходить купить в магазин, а то без хлеба не айс кушать. Закончился он у меня. Так, надеюсь, тут все закончится. И я смогу сделать небольшой перерыв. Так, думаю, все же вот с этим бездушным у нас все получится. О, сломили мою волю. И давайте отвезем его обратно. Вот что за бред, гоняй туда-сюда, води, убивай. Кто придумывал эти квесты, просто надо им, знаете, надо подойти и просто поаплодировать, вот, стоя рядом с ними. Потому что более муторных квестов я еще за всю историю, сколько я играю, я не видел. Ну, думаю, пока что на этом все, потому что хочется пойти погулять, подышать свежим воздухом. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на новые обзоры, которые, вероятно, я буду запускать в дальнейшем. С вами был Федько, всем пока.